Привет! Вы на канале Супер Тима Beyblade and Games. Мы немного насобирали золотых ящиков в зубы и хотим сегодня их с вами вместе открыть. А также сегодня вас ожидает сюрприз. Но какой? Смотрите видео до конца и узнаете. Поехали! Итак, начинаем с моего аккаунта. Так, ну у меня тут события, я сейчас их соберу быстренько. Так, есть. Хорошо, давай. Так, дальше открываем маленькие ящики. Бесплатненький. Да. Так, мне дают на Брюса. 13 монеточек. Так, ну и пошли золотые ящики. Больше у меня ничего такого нету. Открываем, поехали. У меня есть 3 со зверушками и 1 с какой-то... Без зверушки. Без зверушки с какой-то там штуковиной. Поехали. Давай. Сейчас, кто-то выпадает. И попал нам Ларри для начала, 16. Хорошо. Так, теперь поехали дальше. А ну-ка. Эх, опять Ларри, ты смотри, какой он настырный у нас сегодня. Это он своим языком на себя тянет. Да-да-да. Так, открываем дальше. И Олли. Ну, надеемся, хотя бы предмет какой-то маленький. Ну, надеемся, хотя бы предмет дадут, да. О, копилочка у меня. Улыбочка. Да, которую я не могу открыть. Так, и открываем дальше. И что у нас тут? Укол адреналина добавили, могу обновить. Могли бы дать чего-то и поболее. Поновее. Да, поновее. Так, и монеточек накидали. Что у нас тут? События. Папа. Так, быстренько нам собираем события. Смотри, чего. Ого, уже 7000. А у меня там сколько? Не помню. Так, ну на 7000 мы не. Вот еще. И тут еще у меня события. Вот и смотри как. Опять Ларри. Ты смотри, Ларри сегодня в ударе. У Ларри какой-то километровый язык. Все, что только хочет, тянет. Затянул все мои... Так, очки силы. Так, что у нас тут еще есть? Подарочки. Предлагают Шелли на каникулах. Мы его не купим. Можно купить Никса и Шервода. Но я буду собирать на ящик изумрудный. Там более кто-то попадется. Можно было бы, конечно, купить золотой еще, но я не буду. Жалко. Это будет в следующей серии, да. Ну, а теперь смотрим Тимин аккаунт, что у него есть интересненького. Поехали. Так, ну у Тимы тут вон сколько всяких штук интересных. Давай, открывай. Давай самых простеньких и поехали до самого верха. События. Может, тебе чего-то попадет, да. Собирай свои события. Это куда я залез? Так. Ну, теперь поехали по простеньким ящикам. По простеньким ящичкам, давай. Так, плюс Стива. Плюс 1 на Стива и монетки. Так, теперь награда. В награде монетки. Ага, ты смотри, у него тут круто. Круто. Теперь бронзовый ящик. Давай, бронзовый ящик. Бах, кто плюс у нас? Плюс 5 на Шелли. Теперь монеты, да. А дальше у нас на пути серебряный ящик. Ага. Теперь мы этот бронзовый открываем. Да. Давай. Очень долгая, серьезная и долгая технология. Да. Так, давай, что там дальше? Теперь тут у тебя серебряные. Теперь у меня тут серебряный ящик. О. Так, чего у нас? О, чашечка с кофе. Крутяк. Вот, так, классно. У меня уже такая на 39 секунд действует. Mm-hmm. Да, я уже... Теперь у меня в событиях... Эй, показывалось. Вот тут вот, новенькая. Так, Шелли дали, билетиков дали. Теперь тут золотой ящик. Золотой ящик. А давай, ну-ка. Персонаж! Вылетай из этого ящика! Давай. И Шелли опять. У меня был Ларри, у тебя будет Шелли теперь. Так, дальше. Теперь серебряный ящик. О, открываем. Так, нитрокопье. Давай. 200 монеточек. Теперь еще 2000 монеточек. Ну ты на монеточке, конечно, удачный. Конечно, пока он делает свое дело. Давай. Золотой ящик. Давай, персонаж, быстренько! Давай. Молли, будешь улучшать своих персов. Так, опять у тебя события. У тебя только на ящиках событиях он вырастает. Бесконечно. О, тебе дали на Лизе одну. Наконец-то. Наконец-то, да, Тима никак Лизе не может проапдейтить. И вот. И тебя еще там какая-то награда. Да, и у меня еще тут есть. Там еще есть какая-то награда. За 9-й.
Давай, да. давай. И... Давай, да. Золотой ящик, давай, персонаж, выпадай. Нету, и скипи у тебя можешь обновить. Да. Так. Теперь вот тут за 9-ю лигу. Давай, за 9-ю лигу Тима тоже тут получил что-то. Ну давай. Золотой ящик. Еще золотой ящик. С предметом. Еще и с предметом. Ну давай посмотрим, вот чего там новенького. Еще вот тут куча. Всяких приколов. Ну давай, давай, давай. Поехали. 800 монет. Плюс какой-то... О! О, крем огнестойкости. Хорошо. Прикольная штука, по огню лазишь. Да, 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 да. Ну, давай какое-то время дальше твинчик. Монетки, смотри, у них о, алмазики. На кого? А, на Молли надо было. Тима хотел на Лизе, он никак ее не может улучшить. Ну никак, вот не могу, не дают. Давай дальше. Так, теперь золотой ящик. Я уже луи до 6 уровня. У меня сейчас загнал. Или для здоровья будет, или канистра гелия. Так что давайте для здоровья. Давай нажимай, что ты тянешь. А, зубы вампира. Прикольно, зато можно улучшить, будут лучше хрысть. Так, 1000 монет. Теперь еще. Теперь еще. Еще раз на крем огнестойкости. Так, еще 900. И что-то на серебряный. Давай. Может быть, наверное, предмет даже. О, на клоунский нос. Клоунский нос. Прикольно. Будешь смешить теперь. Не, благодаря нему видно врагов. Да, ну они же смеются, это их и видно ты. Предмет. Предмет, опять. Плюс давай. Один или новый вообще предмет? Давай, давай, давай. Ботинок. О, на ботинок. Ботинком тебе под зад. Ды-ды. Тут что? Нитродробовик. Хорошая вещь. Классная штука, да. Так. Почти до предмета тут дотянул. Так, так. И на Шейли. Все, готово. Все. И события опять. Уже почти прошел Лизина событие. Так, 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 дальше. О, тут можно получить значок охранника. У тебя золотой ящик еще один. Класс. Давай. Давай, поехали. Золотой ящик. Поехали, давай, 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 давай. Давай, давай, новый персонаж. А, нет, Шелли. Так. Да, сегодня у тебя все Шелли слезало. Угу. Теперь у нас еще парочка. Бронзовый. Бронзовый ящик, давай. Без... Джейд получила. Джейд. И монетки. И еще отброс с бомбой. Прикольно. Все за 4 монетки. Да. Хорошо. И 4. Итак, события. Давай, дособираем. У тебя еще чего-то появилось. Во, вот о, еще. Ну ты сегодня, конечно, обновился. Хорошо. Теперь надо еще только вот тут вот подняться, хотя бы на третье место. Ну и да. Будет хорошо. И будет хорошо, но это уже. Это уже не сейчас. Это во время сегодняшней серии. В тройку лучших будем входить. Да. Ну, а теперь важное сообщение. Для членов нашего клуба ST Team мы придумали сюрприз. Для тех, кто за месяц наберет максимальное количество кубков, то есть у кого будет их самое большое количество, тот получит донат на 1000 алмазов. Это будет первое место. Кто будет на втором месте, тот получит донат на 700 алмазов. И у кого будет третье место, тот получит донат на 500 алмазов. Плюс еще будут золотые ящики. Получить их может любой, кто займет первое место в нашем клубе за месяц. То есть любой, у кого под конец месяца будет наибольшее количество кубков, получает 1000 алмазов и золотые ящики. Вот, поэтому играйте, старайтесь, зарабатывайте кубки. Я тоже буду стараться зарабатывать, так как я там не самый классный игрок, поэтому... Я тоже буду стараться зарабатывать. А тебе-то зачем? Это ж ты будешь раздавать алмазы. Вот, ну, а сейчас сыграем. Давай. Давай. Я тебя жду. Все, я играю за Луи. Я буду играть за Скипи. Ну, погнали. Перепуганного кролика. Перепуганного кролика. Посмотрим. Так, поехали. Давай, давай, давай. Ну, мне надо гранатку. Подожди. Тут лиса лазит. Лиса где? Вот. Получи лиса. Вот и зверюга. Сейчас там мыши доедят. Не, мыши не доедят. Я буду первым. Так. Не первый. Не, сейчас... не первый, сейчас меня доедят, да? Так, мне нужно ну, стрельнуть. Там смотри, там этот самый лазит. Ну, я вижу уже. Я вижу, кто тут уже лазит. Да. Почему меня назад? Есть, готов. Ого, сейчас... ты снайпер. Что? Часто мышки ему помогут. Жалко, я долго перезаряжаюсь просто.
Где он там? А, у меня. А, подожди, там еще один сидит. Где? В Бармале, а вот тут. У меня жизни очень мало просто. Ну пошли отсюда, значит. Значит, пошли. Все, я выпрыгиваю отсюда. Да подожди, ты там еще кого-то найдешь. Так, давай, давай. Я там вижу. Там с легендарной гранаткой. Там с легендарной гранаткой нам сейчас по голове дать. Я не могу прыгать отсюда, Бар. И я не могу прыгать. А, меня сейчас будут убивать. Ты там еще живой? Я тут еще живой, но не надо. А, меня уже убили. Ой, у меня кончились сапоги супер. Кончились, добегался. По водичке. Так, 14-й я. Ты какой там по счету? 12-й, наверное. Так, давай еще разок. Давай. Погнали. И давай. Давай, еще давай, разок. Давай. Давно мы с тобой вместе не играли. В основном играем с нашими... Подписчиками. Соклубниками, так сказать. Так, давай. Пулемет. Надо, кстати, оружие хорошее, потому что в прошлый раз... Вот тут вот... Пошли в ледяные царства, там что-то, по-моему. В ледяных тут лучше, а вот... Сейчас давай я вот это вот возьму для обороны. Бери. О, вон уже есть. Копье. Вот эти вот в песках тут, да. Очень плохое оружие всегда. Так, пошли. Какая-то у них там особенность. Получается, в песках начинаешь, уходи оттуда. Да, сразу. Нечем пострелять даже. Нормально. Так. Ой, бери лимоночку, я сейчас возьму. Ой, какая хорошая штука. А я еще и по два раза не стреляю. Ой, а? Класс. Так, сейчас я... О, смотри, черепаха. Черепаха. Смотри, он может спрятаться. Уже спрятался. И вылез. Вылез уже? Сейчас меня тут... И снял так. Жизни так хорошо. Сейчас. Подожди. Да, сейчас там вышли. Он прячется. Он прячется, он боится нас. Конечно, боится. С этими мышами попробую справиться. Я бы сам боялся, да? Есть. Тихо, жди его, жди его. Да не сиди рядышком. Мышки работают. Ой, я сейчас два раза его в дробовика-то надаю. Давай. Он мне надавал. Ой, он мне надавал тоже. Капец. Собрались. Так, давай, еще раз. Слабый кролик, конечно. Классно. Сейчас мы его набьем. У, нас набили. Просто долго перезаряжает все это дело. Так. Да, классно он нас навалял. Сейчас я тут возьму лук. Папа, тут лук! Ну так что? Тут лук серебряный. Да сейчас тебя убью с тем луком, слушай. Давай, иди сюда. Только в том, что я быстрее, чем Молли. Да я не догоняю тебя. Я сейчас... Смотри, чтобы он тебя не приложил. Так, где это? Я убил Молли. Класс. Иди сюда. Тут лиса это сейчас меня приводит. Там бык еще с ней. Где? Где бык? Давай, собирай. Ого, тут братва. Тут народу. Немеренно. Меня убили. Аптечка. А я главный хищник. Ну, ты давай убивай этих, их потом. Сейчас тебя тут привалят. Давай я возьму кого-то другого. Ну давай, бери. Стива. Я давай, на Стиве последнее Стива. Время очень хорошо играю. Погнали. Я готов. Погнали. Так. Так. Мы, конечно, в прикольном месте. Ага, ну между пустыней и ледяным царством. Пошли. Мы пошли на ледяное царство. Так, вон там лимоночка есть. Тебе надо лимонки? Нет. Ты не пользуйся. Ну, зато там есть он. Зато я вижу двухстволочку. Вот двухстволочка, вот это да. Это штука. Все, пока ты там собирался. Ого, вот это ты гонишь. Залпом. Ничего себе, ты убийца. Так, давай еще одну. Ничего не надо. Залпом. О, есть, готово. О! И тут можно сидеть и ждать, пока кто-то придет за этими своими приколами. Ух ты, хорошо лечишься. Я вокруг тебя еще лечусь. Ну тебя есть. Еще. Давай, сейчас вот этого заберем. Копье. Так, давай. Кого тут ударить с воздуха? Дыдыщ. Класс. Все, копье забрал. Ну ты еще быстро собираешь, я вижу эти самые. Ну, я не очень быстро, но и не очень медленно. Ну, я дольше собираю. Как Микс? Так, давай. Кто тут? О, лазит. А я их всегда теперь вижу. Класс. У меня вот Ник, он сейчас так. У меня легкая добыча.
Так, все есть. Давай сейчас. Давай. Сейчас он подойдет, я его с неба. Давай, давай. Шандарах. Он там. Он тут. Эй, ты, да, ты с долбом, я сам держу долб. Лечу всех вокруг. Давай, о, берем броньку. Тебе что, не надо аптечка? Там у меня полный карман уже. У меня нет. Вот теперь уже в полный. Так, кто тут лазит? Сейчас мы еще одну залпу сделаем. Куда бежишь? Еще кое-что. Тут тигр, тут тигр. Тут тигр с легендарной линией. Ну и что, что, его убить нельзя? Можно, просто сложно. Сейчас, давай, есть. Уже нету тигра с легендарным. Нормально. Ой, смотри, этот красавец. Не, он еще есть? Да он есть, он еще, у него отстрел эта самая штука. Сейчас мы тебе мышей накидаем. Мы тебе мышей накидаем. Да, да. Взлетаю! Давай. Он только не ожидал явно. Сейчас вы загорите там. На, ты смотри. А еще опять этот тигр лезет. Меня убило. Меня убило. И меня убило. Да, крепкий уже лучше, оказался. Уже лучше, да. Крепкий оказался. Ну, тигр он всегда такой. Не-не-не. Олли оказался крепкий, да. Да. Давай еще разок. Давай. И будем заканчивать, наверное. Да, еще разок возьмем первое место и будем заканчивать. Так, я уже лимонку взял, там он есть лук с серебряный. Вижу. Давай. Ну ты зато быстрее, я за чем лимонка. Я бегаешь. Ну ты ж летаешь у нас. Так. Да. Ты же птица. Да. А я мышь. Так. А ты бегаешь. А я бегаю. Так, и пошли вовнутрь, бежишь. Там обычно чего-то лежит интересненького, вкусненького, я же говорил. Подожди. Я вижу, что ты тоже, тебе нравится вот это вкусненькое. Так, чего тут еще есть? Давайте какое-то получше копье, а не бронзовое. Ну так пошли искать. Пошли. Так, смотри, а то они там все аптечки себе тырят. А мы себе сидим, пошли. Так. Ты куда полез? А, ты сзади ходишь там? Я сзади. Так, кто там аптечку жрет? О, тут еще я. Вижу легкую добычу. Сейчас меня. Это Молли. И я ее убиваю. Быстро. Так, сейчас меня убьют. Взлетаю. Меня убило. Я аптечку взял, но меня убило. Вижу твою аптечку. Спасибо, она меня только что спасла. Да, ты меня можешь спасти, я сейчас сдохну. Сейчас. Вали этого. Спасаю. Красавца. О. О, спасибо, давай. Сейчас я... Тут еще надо. Все, я убил этого самого. Убил? Да. Возьми аптечку, а? Подожди, я беру легендарку. Я возьму аптечку, потому что мне сейчас аптечку. Я беру аптечку. Это ты тут лазил? Да. Так. Вот я вижу одного. А вот давай этого красавца. Диды! С неба! Бери этот самый. Так, аптечку взял, капканчик бери тоже. Хорошо. Так, хорошо получилось, пошли. Красиво. Я как раз оживился, короче, и вовремя. Так, чего хочешь тут? Сейчас он у меня еще не легкая добыча, но он сейчас станет в ней. Давай, я сейчас ему бабахну. Дедыш, у меня тут не дробовик. Ну ты зверюга, слушай, я не успею за тобой бегать. Со своим Стивом. Так, 10 игроков осталось, кто тут подбирается. Вижу, у меня Молли легкая добыча. Там у меня тут, у нас тут баг, так, смотри, тут сейчас будет баг большой. Ну, я это что говорю... было? А тут быки, короче. Сражайся! Так, смотри, они прям на меня все лезут. Они все меня хотят убить. Так. Все, мне конец. Пока. Ну, ничего не могу. Я буду следить за того из рая. Следи. Реально слежу. Так, на тебе вам. Есть. Ого, папа. Ну да. Давай. Молли пришла. Сейчас меня Молли привалит. Не привалит, ты выживешь. А, ты же не можешь летать. Да, я не могу. А, вот теперь немножко привалит. Так. Что я бы сейчас улетел. Сейчас этого красавца надо привалить. Далеко-далеко. Есть, смотри, как я. Мила, давай, возьми первое место. Не могу. Правда, у меня оно будет то, на котором я тогда умер. А нас двое осталось? Да, ты и тот. Давай, мышей на него натравим. Давай. А, черт, я не бежал. Мышей. Ну ты смотри, есть! Молодец, последний герой. Есть. Класс, ну на этом можно и закончить. Ты первый, да. А я седьмой. Ну, ты пожертвовал собой ради меня, но я не мог тебя спасти, там столько быков и тех баков. Я бы сам, наверное, не пошел. Так, меня бы там затоптали, наверное, как мамонта. Насмерть, да.
На этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Супер Тима Beyblade and Games. Набивайте кубки в зубе. И до новых встреч. Пока-пока.